Плавные движения, четкие ритмы и перезвон блестящих украшений. На сцене творчества детей и молодежи за первенство боролись танцовщицы восточного танца. К слову, масштабный фестиваль Солигорск принимает уже в четвертый раз. Возраст участниц не имеет значения. На одной сцене выступала как самая маленькая участница, которой всего 5 лет, так и сеньора. Участников более 100 номеров танцевальных мы сегодня вы увидели. Вот, и 50-60 участников с разных городов. Девочки выступали в номинациях в классическом восточном танце, в шоу-номерах, в Болливуде. Выступали также, сегодня было очень интересно смотреть на семейные дуэты. Муж с женой выступали очень красиво. Сам фестиваль проходит под руководством Белорусской лиги танцев. Приглашены профессиональные судьи, чемпионки мира, судьи с высшими категориями международных ассоциаций танцевальных. Оцениваются наши участники по трем категориям. Это как композиция, имидж и техника танцора. Наряду с опытными участницами, которые выступают не первый год, были и дебютанты. Они занимаются танцами совсем недавно. Все конкурсантки признаются, что подготовка к конкурсу заняла порядка нескольких месяцев. Продумывалась композиция танца, оттачивались движения, специально для выступления готовились наряды. К культуре Востока приобщала и выставка костюма, организованная в фойе. Каждому желающему рисовали мехенди. Сегодня для меня, конечно, волнительный день, потому что у меня сегодня дебют. Я уже выступила. Вот, готовились мы долго. Вот, конечно, это все очень волнительно. Уже 8 лет занимаюсь. С первого класса пошла в группу Java. Меня завела сестра. Мне сразу же понравилось. И решила дальше заниматься, не упускать этот шанс. Выступления конкурсанты начались с 10 часов утра и продолжили весь день. Завершился фестиваль «Торжественная церемония награждения», где победителям было вручено 50 комплектов наград. Россыпью медалей и дипломов отметили танцовщицы Солигорска. Они завоевали около 20 первых мест в различных номинациях. Мы готовились очень долго, и у нас все получилось. Мы счастливы.